Привет, друзья! Мы сейчас находимся в самом центре Москвы, и сегодня будем проводить один социальный эксперимент. Мы будем задавать один неудобный вопрос разным людям про деньги. Ну что, посмотрим, что они ответят. Поехали! Молодые люди, можно вам один вопросик? Да. Если бы я вам предложил 100 рублей или 200 другому, что бы вы выбрали? 200 другому. 200 другому? Да. Спасибо. Да. Спасибо. Не повесился. Повесились бы? 200 вам или 400 другому человеку? А что бы вы выбрали? 400 другому. 400 другому? Если бы я предложил вам 400 рублей сейчас, вам или 800 другому, что бы вы выбрали? 800 другому. Сейчас предложил 800 рублей или 1600 другому человеку, что вы выбрали? Другому человеку. 1600 другому, да? 1600 рублей вам, 3200 другому, что бы выбрали? 3200 другому, спасибо. Если бы я вам сейчас предложил 3200 деньгами, рублями, или 6400 другому, что бы вы выбрали? Просто опрошу. Свободу. Свободу? Спасибо. 3200 рублей или 6400 другому человеку, что бы вы выбрали? 6400 другому. 6400 другому? Себе бы 6400 или 12800 другому человеку, что бы вы выбрали? Наверное, другому. 12800 вам или 25600 другому человеку? 25600 другому человеку? 25600 рублями или 51200 другому, что бы вы выбрали? Да, побежали. Хорошего дня. Короче, никто не берет деньги. Что делать? 25600 вам бы сейчас дал деньгами. И либо вы могли бы отдать 51200 другому человеку. Что бы вы выбрали? Развернулся и пошел дальше. По своей То есть проблеме. Вы бы не первый, не второй вариант? Нет, абсолютно. Если бы я вам сейчас предложил 25600 рублей или 51200 другому человеку, что бы вы выбрали? Конечно, себе. Себе? 25600? Хорошо. $15,25,600. Держите. Поздравляю. Как вас зовут? Аня. Аня. Аня, наконец-то нашелся человек, который взял себе деньги. Поздравляю, Аня. Правда? Хорошего дня. Да, все правда.